Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я... Ты с ума сошла? Погоди! Я была в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшей, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете, я такая наглая, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смогла выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот биочип меня убивает. Инграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. И если это не остановить, моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама, она свидетельница преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое ее слово, если вы поможете ей с биочипом. Ханако-сама. Ты слышала? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Шанс ебаться. Такемура, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба, а не в коридор. Творишь, ему уже никак не поможешь.
Ицука. Да стреляйте вы! Твою мать. Осторожнее. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Правда? Вы уверены? Да, иди. Скорее. Они спалили ваше логово, в буквальном смысле. Где вы сейчас? Ну, по развалинам больше не прячусь. Это все, что я могу на этот счет сказать. Ты уж пойми. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. Я с ней поговорила. Не лично, правда. И вы знаете, о ком я. Да, со мной она тоже связалась. Мы, так сказать, пошли ва-банк. И выиграли. Трудно поверить, но это правда. Как я и сказал. Она сделала предложение. Скоро мы встретимся с ней. Лично. Вряд ли есть более убедительное доказательство ее доверия. Вы придете? Не в этот раз. Арасака ищет меня. Нам не стоит так рисковать. Но это всего лишь вопрос времени, Ви. Еще что-нибудь? Я еще позвоню. Береги себя, Ви. Это, кажется, за тобой? Стой, это что? Лимузин Арасаки? Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Думаешь, я не помню? Мне тоже это не нравится. Но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей, нет оправдания. Ты не имеешь права меня осуждать. Ты изменилась к худшему. Ви, я рад тебя видеть. Ты выглядишь как говно. Да, какая и чувствую себя все дыра. Хуже и хуже. Очень жаль это слышать. Нам надо идти. Подожди немного. Когда мы виделись в прошлый раз, мы говорили о конструкте личности, который будет влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы в Арасака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Арасаке. О чем ты говоришь? А тебе не сказали? Очень жаль. На ее чипе записан Джонни, мать его, Сильверхенд. Слышал о таком? Террорист? Да, но сейчас он не активен. Я приняла бета-блокаторы. Но до этого он, конечно, отговаривал меня работать с Арасакой. Так что засуньте свои подозрения поглубже, пока я не пожалела, что с вами связалась. Мне этого достаточно. Нам пора ехать. Ханака сама нас ждет. Допустим. Но я буду следить за тобой. Мы почти приехали. Почему она не Ханака звонит? Ханака сама. Ей могли отключить связь в резиденции. Что-то здесь не так.
Если ты разобьешь машину, лучше не стать. Я вам не водитель, знаете ли! Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Ты не спишь. Даже не помню, как отрубилась. Теперь не засыпай. Скоро приедем. На изготовку. Ты тупой? Держитесь, естественно. А в смысле, не надо этого. Просто сидите спокойно, и все пройдет гладко. Все в порядке? Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Приказ Йоринобу Арасаки. Мы по приглашению Ханака. Не осложняй жизнь нам и себе, пожалуйста. У меня приказ Йоринобу Арасаки. Ты издеваешься? Ты же меня знаешь. Да, их не знаю. Назовите себя. Оставайтесь на месте. Только этого нам не хватало. Через минуту придет подкрепление. Твою же мать! Хороший ход, водитель. Отвали! Чтоб вас всех! Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Мы не будем просить у них разрешения. Хельман, ты ищешь для нас Ави. Очень скоро здесь будет небезопасно. Ви, ты идешь со мной. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Такемура, Ви, это ваше задание. Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи. Чтобы не подняли тревогу. Я думаю, лучше пройти слева, через сад. Кажется, да. Больше людей Йоринобу здесь нет. Скорее, я жду. Хельма, мы закончим. Гони сюда, Али, быстро. Ви, беги и найди Арасаку-сама. Мы скоро к вам присоединимся. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Мы еще не закончили. Вам надо успокоиться и взять себя в руки. Нет, не надо. Дело не в этом. Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я, Гора и Хельман — это четверо. Ну, 3,5. Есть еще Ода. Мы встретим его на месте. Быстро же он встал на ноги. Об этом позаботились лучшие врачи. Против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Садись.
слишком ли рано пить шампанское? Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Я выпью. Может, в голове прояснится. Странно. Оно безвкусное. Хм. Странно другое. Как ты до этого чувствовала вкус? Ты о чем? Твоя центральная нервная система. Она напрочь разрушена. В следующем у тебя пропадет слух, потом зрение. Пить как-то расхотелось. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. У тебя уже все готово? Вполне. Такэмура-сан, собирайте людей. Подними всех, кто остался нам верен. Мы будем ждать вашего сигнала. Ви, ты пойдешь со мной. Сюда. Мы почти у цели, Ви. Ты выдержишь? Я чувствую, что скоро загнусь. Давайте быстрее. Да, давайте. Впереди самое трудное. Сюй де аяши угоки га ареба, тадачи ни хококу широ. Ханако-сама. Ты. У вас хорошая память на лица, Ода. Ви, с нами. Разумеется, Ханако-сама. И это все? Остальные на позициях. Они готовы действовать. Я собрал здесь самых лучших и верных. Верных мне или моим деньгам? Я бы сказал, 20% на 80%, Ханако-сама. Хорошо. Надеюсь, этого хватит. Теперь идем. Вы же все знаете. О чем я знаю? О воскрешении Сабура. Я говорила с его конструктом. Что? Он оцифровывал свои энграммы и делал копии на случай смерти. Нет. Он бы сказал мне. Зачем? Чтобы вы не так сильно напрягались, когда его охраняете? Арин. Чувствуете, Такэмура?
Найтити снова отвесил вам пинок по яйцам. На этот раз с разбегу. Если их не убедить, ситуация может выйти из-под контроля. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось, это же всего один остров. Слушай и меня. 12 тысяч жителей. Их можно просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако? Что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Вы позволите? Я не позволю вытирать об себя ноги. Это просто неслыханно. Благодарю. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Да, это правда. Так и было. Я сама это видела. Видела что? Йоринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Ха, все интереснее и интереснее. Я это подтверждаю. Предателям веры нет. Это серьезное обвинение, но голословное. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О. Мисаги хотето ясуроми. Арасака-сама? Акагу но йони мамма то дамасарета ка. Хиорими шуги ни хасутта ка. Изуре ни сео. Каре ни мо якуин де ару моно тачи га нанто насакенай. И это должно нас убедить? Дешевый фокус. Махетто, омай га милите куто но сенбен сенсо о юрио штей та токи, ваташи ва ко итта хазу да. Омай ни ва митцу но моно га какете иру. Чишин, чисей, соште конжо да. Арасака-сама, я... Мита токоро, аре кара нани мо каватте инай йо да на. Это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Ханако-но сиджи ни штавай. Ханако-но хассуру котоба ва субете ваташи но котоба дозен да. Возражение? Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? И что тут у нас? Ты за это заплатишь!
спецназ? Он хочет... нейтрализовать нас. Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Ханако-сама, я могу ей помочь. Хорошо. Только не причиняйте ему вреда. Ваша задача — просто его схватить. Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Я ее защищу. Идите. Такемура-сан, желаю вам обоим удачи. Впереди опасность. Отдайся бою. Огонь! Огонь! Я ошибался насчет Юринобу. Директора Арасаки, собственная сестра. Он не просто коварен, он безумен. Фух. Ничего, ничего. Скоро мы его найдем. Мои люди готовы. Они ждут моих приказов. Что мне сказать им? Мы атакуем в открытую. Я не собираюсь перед ними раскланиваться. Бросаем все силы в бой. Очень хорошо. Сражаемся насмерть. Пленных не берем. Открыть огонь! Что скажешь, Джонни? Я уделала эту кучу металлолома. Думаю, этого хватит. Слышишь, Смэшер? Только попробуй встать. Борг сраный. Ты пощадишь это существо? Измениться никогда не поздно. Подумайте об этом. Ну как тебе, Джонни? Это за тебя. Правильно. Он не заслуживал пощады. Почти. Пришли. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Я-то помню. Оставлю это право вам. Я останусь здесь. Если я войду в комнату, то убью его. И твой договор с Ханако-сама утратит силу. Считай, это моя последняя услуга. Спасибо, Гора. Не верю, что мы это сделали. Иди, Ви. Закончи то, что мы начали. Тут делаете? Я пришел, чтобы поговорить. Это ужасное место. Меня не удивляет, что ты сходишь с ума. Вы специально прилетели забрать меня домой? Меня попросили с тобой поговорить. Оказывается, Сабура воскрес. В теле Юринобу.
Да, справедливость восторжествовала. Выходит, вы отомстили. Вы довольны? Я считаю, что Ханако-сама нашла лучший выход. Мне кажется, история семьи Арасака напоминает старую драму. Ну, типа шекспировской. Особенно сюжет про Юринобу. Тебе его жалко? Он хотел любой ценой выйти из тени отца, а погиб от руки своего же худшего кошмара. Чем вы будете заниматься? Охранять задницу Сабура, как раньше? Нет. Меня перевели в Японию. Прямо отсюда я лечу в Такамацу. Зачем? Новые времена, новые обязанности. Давай лучше поговорим о тебе. Ладно. Так что вы хотите мне сказать? К большому сожалению, ничего хорошего. Я скажу прямо. Операция ничем не помогла. Ты умрешь еще до прихода зимы. Что? Что вы такое говорите? У Арасаки же лучшие специалисты. Нет, нет. Операция прошла успешно. Но изменения были настолько сильны, что с ними не смогли ничего сделать даже корпоративные нейрохирурги. Это же, блядь, Арасака. Пусть придумают что-нибудь. Пожалуйста, поверь мне и выслушай мое предложение. Еще не все потеряно. Значит, через несколько месяцев я просто умру. Сначала ты будешь чувствовать себя хорошо, но потом болезнь начнет прогрессировать и убьет тебя. Последние недели ты проведешь в кровати. Блять! Пожалуйста, не злись. Я пришел поговорить об альтернативе. Вы обещали, что Арасака меня вылечит, если я помогу вам. Я действительно в это верил. Вы говорили, у вас влиятельные друзья. Ну и где же они? Я пришел не с пустыми руками. Давай поговорим о том, что можно сделать. Ханако Арасака обещала спасти мне жизнь. Поэтому она и послала меня сюда, чтобы обсудить варианты. Какие тут могут быть варианты? Я на вас рассчитывала, а вы все просрали. Присоединись к программе, сохрани свою душу. Ханако-сама дала разрешение. Ты покинешь это тело, и Арасака будет хранить твою энграмму в Микоши, пока не найдет способ перенести ее в новое тело. Хранить? А почему меня не переселят сразу? На современном уровне технологий это невозможно. Тогда почему это, блядь, было возможно для Сабура? Он оказался в теле своего сына. Схожесть тканей облегчила пересадку. Твой фенотип из-за действия биочипа стал уникальным. Арасака не нашла для тебя подходящего тела. Нет, я на это не куплюсь. Арасака хочет меня закрыть. Не переоценивай свою важность. Для семьи Арасака ты как была никем, так и осталась. Ханако-сама благодарит тебя за услугу, когда предлагает такой вариант. В этом нет, как вы говорите, двойного дна. Не знаю. Как-то мне это не нравится. Если я соглашусь, со мной смогут делать что угодно. Не волнуйся. Тебя защитит контракт. Подпиши его, и ты будешь жить. Там написано, что ты отказываешься от прав. Но это формальность. Прогресс опережает закон. Поэтому инграммы пока не считаются личностями. То есть я стану корпоративной собственностью? Как и многие звезды брейн-данса и политики. Программа успешно работает. Ни одной жалобы на нее не поступало. А если я скажу нет? Клиника не тюрьма. Ты можешь собрать вещи и вернуться в Найт-Сити. Я бы на твоем месте согласился. Но выбор за тобой. Не торопись, подумай. Я не хочу умирать.
Разумный выбор. Лаборатория для копирования энграммы готова. Надо торопиться, пока тебе не стало хуже. Мы еще когда-нибудь увидимся? Я надеюсь, что да. Тогда до свидания. Навести меня в Кагаве. Я угощу тебя настоящей едой. Все, я решила. Я хочу вернуться домой. На землю. Ты там умрешь, Ли. Вы хороший человек, Такамура. Вы мне нравитесь. Спасибо, что прилетели сюда ради меня. Но кое-чего вам не понять. Никогда. Чего же именно? Вы не знаете, что значит быть свободным. Ты говоришь так от отчаяния. Подумай еще немного. Нет. Я никогда не забуду вас. И то, что мы с вами выдержали вместе. Прощайте. Прощай, Ви. Тем, как сделать сэппуку, самурай сочинял Джисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай. Поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксуама. Thank you.